Сегодня действительно в Туле, в Тульской области большое спортивное, большое беговое событие. В нем принимает участие порядка 1200 человек. Это огромное количество городов, даже страны разные присутствуют тоже здесь. И можно сказать, что сегодня у нас такой юбилейный тульский марафон. Мы проводим его пятый раз 2016 года. И действительно для Тулы и для уже многих городов, субъектов Центрально-Федерального округа это действительно большое событие. Вы знаете, что в нашей стране, в Тульской области реализуется федеральный проект «Спорт – это норма жизни». И нам очень хочется, чтобы такие события, они вовлекали в такую здоровую, большую спортивную семью большое количество жителей, потому что действительно сейчас здоровый образ жизни, занятие физкультурой и спортом является очень важной задачей. Поддержание собственного здоровья вот в эпоху этой пандемии, коронавирусной инфекции. Сегодня я планирую пробежать полумарафон, это дистанция 21 километр, но уже традиционно. И, возможно, немножко личным примером покажу, что нужно действительно приобщаться к нашей большой спортивной семье.